Сегодня наконец-то займемся перепланировкой. Нам нужно проломить один дверной и два оконных проема. Что ты делаешь такие большие глаза? Да, сегодня. Здравствуйте. И поможет нам в этом перфоратор Hitachi DH40MR. Ну, во-первых, это Hitachi. Любой профессионал скажет, что инструмент под этим брендом – это супернадежный инструмент. Давай посмотрим на характеристики. Два режима работы – сверление с ударом и долбление. Сила удара увеличена аж до 10 джоулей, в то время как уровень вибрации и шума значительно снижен. С перфоратором Hitachi DH40MR можно проделать отверстие в бетоне диаметром до 40 мм, а максимальный диаметр отверстия при использовании коронки составляет 105 мм. Максимальная скорость вращения до 480 оборотов в минуту, а количество ударов 2650 в минуту. При этом имеет функцию электронной регулировки и контроля скорости, может работать при перепаде нагрузки и даже с мягкими материалами. При работе в режиме долбления патрон перфоратора может поворачиваться и настраиваться в 12 различных положениях. Также здесь встроена система быстрой смены насадок. Благодаря использованию системы динамического противовеса значительно сокращается уровень вибрации. Как почитали эксперты, ты устаешь от работы наполовину меньше обычного. Также эта система на 30% продлевает срок службы перфоратора. Чтобы оградить инструмент от повреждений, работающего от производственных травм, в Hitachi встроена предохранительная муфта. Что очень удобно, есть дополнительная рукоятка. Обе они прорезинены, плюс сверхпрочные угольные щетки. Под этим мощным и прочным алюминиевым корпусом двигатель, который также защищен от пыли и строительного мусора. Все, идем работать. С этим инструментом некогда отдыхать, ведь мы рекомендуем только качественную технику.